Бог встретит. Боитесь? Идемте. Прошу познакомиться, господин Бродин, Цезарь Кюи, инженер. Вы закончили переложение своего царя Эдипа для двух роялей? Я был на премьере этой оперы. 14 лет ее не видел зрителей. Главный русский композитор, мой дорогой Даргомышский. Не правда ли, господа? Ну и пел же Петров сегодня. Наш первый Сусанин и Руслан. Царя Эдипа, Модеста Мусоргского, переложение для двух.
запрещают. Да. Надеюсь, не сетуете на меня, что завез вас к моему другу Балаке? Струна означает избыток сил. Во всей Руси сейчас избыток сил. Чего суров? Ай-яй-яй, а все от бороды. Сколько раз молил, снимите ее. Не могу. Шелка бархата мердяшаются. Пусть барин на ней повисит, покачается. Расходи, мерзавцы! Расходи! Подними! А ну! Вот до слезы, зато вольная.
Куда вы? Младшенькой. Все они над нами старшенькие. Уйди, барин. Да ты, батюшка, моденько не спишь. Мерещится тебе, батюшка, усни. Сюрприз на прощание. Ты, я слышал, землю мужичкам без выкупа отдаешь. Будет тебе, будет. Композитор. Опера «Саламбо». Родную бабку, крепостную, Арину Светкину. Я убиваю вас, мама. Родная, милая, скажите. Нет.
приняты Степанов Алексей, Иванова Мария, Михайлов, слушатель медико-хирургической... И запомните, мы сделаем музыку достоянием народа. Здравствуйте. Ну как, моя милая, вы все? Вот какие голоса к нам приходят. Взять, не опасайтесь. А ну-ка, Мельников, еще раз. Платоновой, превосходно, Мусоргской. Об стену с моей ливийской оперой. Ну, вы ведь так хотели, Модест, а? Красочный. Как об этом написать?
Ну, это так, наброски, мысли. Ага. А ну-ка, выкладывайте себя. Парень мой добренький, жалься над бедненьким, Только старые да неуже, только рыжий неуклюжий, вот и... Бедной сироте. Живая! Нет, нет. Глинка начал, Дорогомышский за ним. Смирно! А ты меня... И аз многогрешный призову Балакирева М.А., воеводы и главы. Bye.
а об этих священных стенах, где вот уже который год бесчинствует с благословения господина Дорогого. Прискорбный эстет, нищий духом, а ядовитый. Представляете себе арию под колесина или дуэт со свахой? То ли еще. Господин Мартини. Да. Вас просит ее высочество. Ведь только не было. Подным сном могилы. Я заставлю. Что вы? Откуда у вас эти черные мысли? Господин Балакин, здесь? Никак нет. Случилось что-нибудь?
Ведь Модест Петрович учил нас петь, как говорят, в жизни. Как можно... Здравствуй, здравствуй, Фёкла Ивановна. Ну так... Будете похваливать, да благодарить. Не верите? Ей-богу. Вот и прекрасно. А все-таки признайтесь. Милые, друзья мои, время приспело, но широкая музыка... Я жду вас, Виктор Алексеевич. Хорошо. Будем репетировать с хором. И я жду вас. Вы не знаете, а не я. Борис Годунов – это огромного калибра замысел. Я полагаю, что если... Но прежде чем достичь желанной цели, побродить пришлось немало мне. Дорогой Пушкин. Ходил, я всегда был душою с вами. Модест, mm-hmm. Хотите поселиться вместе? Mm-hmm.
Слово о полку Игореве. Хорошую тему дарю нашему алхимику. Угодил. Ох. А вот это две подлые. Земле. А ведь я тоже о Борисе вашем думаю. Что ж, пора. Я Чёртово отродье! В том суть. А в чем же? Народ не только за гибель царевича от Бориса. Thank you.
оперным хором, который только подпевает героям. А будешь у меня... Мне сердце. И не спошли ты. Ну почему такое противоречие? Коронация, а в оркестре... Музыка, и в музыке ей звучать. Да. Любовный дуэт Корсакова чудесен. Ну еще бы. Так почему же вы, Модест, попробовать?
и дела впутываться. По-моему, нескромно даже. Премьер, что поделаешь? Не-не. Если мой народ получится, это превыше всего. Вот они, мои арии. В публичной библиотеке служба, в редакциях Толчия, археология, музыка, живопись. Который бил не всякогодно, чтобы им было не повагодно. А из пороком та бочка закрутилась, ай, за бочку. Народная музыкальная драма. А Цезарь боится? Да не слушайте вы Цезаря. Наш... Снится, снится, снится. Под воскресенье снится. Родом ответ держать.
О чем он плачет? Мальчишки. Троньте! За русское искусство. Весело. Простите, ваше превосходительство. Да? Экстраординарное совещание уже началось. Oh.
я читал про гибель. Батька все проведал. Посягающая на наши приличия. Она справедливо запрещена цензурой. Следует указать подобным авторам, что в приличном... Рвет и мечет. Он стал невыносим. Мы при... Критиков газеты «Голос» злонамеренно травит композиторов так называемой Репин. Было письмо из театра? Нет, при мне не было. Это позорящее меня пятно. Это... защищая своих подопечных с трогательным простотой. Тщетно мы старались их урезонить. Тщетно. И за это обозвать. Балакирева от русской музыки отставить нельзя!
Сошел успокоиться. Ставит их всех вместе сложенных. В этом смысле я... Как бы они сейчас не корчились от этих слов. Урезонить! Видно за вас, ведь вы же все-таки русский композитор. У вас есть и сила, и воля. Слюнявился перед итальянскими примадоннами и вопит коленопреклоненно баже. Русского реалистического искусства. Русский народ испокон века любит. Мы удесятерим свои силы, постигнув ее. Она уже звучит в наших операх. Относительно же обвинения в клевете, признать его. Итак, все ко мне, Парголову, немедленно. Это а я за... Патрик,
Вот кончим Борисом, и я обязательно напишу. Дорогие, поздравьте нас. Мы дали друг другу сегодня. Репетируем до приезда Стаса, Модеста Петровича. Корона! А это вам. Старался и... Эй, почтенные господа, захватите как глаза, подходите, поглядите, подивитесь, полюбуйтесь. Внемлет только Патти, Патти обожает, Патти воспевает. Патти, дивная Патти. Опа-па-пати, чудная пати. О, диво, по... Бледный мрак. Истомлен.
Бежать! Бежать! Вы не смеете! Идемте вместе, Модест. Вот. Ничего не будет. Неправда. Будет. Не будет! Оглянись. Мы же за Чернышевским шли. Я болен. Я болен. Всего за долги не опишешь. Песню... Начну другое. Помните, вы как-то мне подсказали? За призраком гонятся раскольники. Назвать бы ее... Марфой.
очень нравится ваш пейзаж. Конечно, да. И нет. Она козырная дама в руках иезуита. Развеликолепно. Эх, да это мне сам Чернышевский посоветовал бы. Девушка прекрасная, ты верно на свете.
знаем милости защиты. Господи, ты меня на слово. Не мешай! И то, чтобы и... Термидонт, зови всех! Жил-был... Жил-был...
и полная свобода ей при дворе дана. И фрейлином ее от блох не стала мочь. Ненавистью ненавидите? Ненавижу. Не за себя, за будущее. Мусоргский с головы до пят. Или в консерваторию. Романсы Кюи исполняются на всех концертах. В симфонию Бородина. Для бенефиса. Что? Настаивает. Сколько раз говорю? А я и не говорю. Но только не может быть, чтобы теперь... Ну, молчи. Торбидон, неужели же по лакерейским субботам новый счет начинается? А что же? Thank you.
Этот должен был бы. Что за секрет? И мусорский будет. Много ж я ночек Спасибо, Марфа. Милый. Разворачивай. Ура! Светлая. Вся кровь мне кинулась в лицо, и тя... Спасибо.
мне пятно единое, единое. И голова кружится, в глаза. Чур, чур ты я, народ! Модест Петрович, вы слышите? Это потрясает. Да, необыкновенная сила и величие замысла. Обыкновенно. Считаю своим долгом заявить вам об этом. Царевич,
У души моей не расстраивай. Счастлива за вас.
Вы самый хороший. Художник верит в будущее, потому что...